Всем привет! Сегодня мы играем во Flash Bounty. Продолжаем. В предыдущем выпуске мы остановились на то, что короля побили, так сказать, и нам надо отправляться в Сахарию. Но я хочу проверить состояние своей армии. Так, состояние нормально, все. Я тогда готов идти и атаковать их. Вот просто плывем прямо. Так, отправляемся в Форестию. Варвары нагадили. Форестия. Нет, надо корабль поближе припарковать. Ну, пришвартовать, так сказать. Это машину припарковать. Ой-ой-ой-шки. Ладно. Сами напросились. Если вас побьют, я не виноват. А, ну быстро. Так. Тут какая-то штука, но тут точно внутри есть. Нет, не подойдет. Так, давайте корабли, уходите. Так. Плывем сюда. О, тут видите. Ну давайте, давайте. Замедление. Так. Бейте поскорее. Фу, хорошо, что мы не, что нам никого не убили. Так, я уже хочу какое-то стоящее заклинание. Великий эльфийский лабиринт. Ну хорошо. Так, надо гномов выбить. Давайте, скорее. Все, минус. Всех выиграли. Так. Вот там какой-то свиток. Но там еще плавает какой-то корабль. Она плывет вокруг берегов. Так, и как всегда замедление на фей. С одного выстрела уделали кабана, четырех кабанов. Странно. Цветок воскрешения. Все. Ну а теперь уже можно. Топать по лабиринту. Так. Так, то я хочу, может, тут что-то стоящее. Да, тут сундучок есть. Ого, там куча тоже стоящего. Блин, я хочу неделю гоблинов. Вот серьезно. Чтобы увеличить мою армию. Конечно, там гоблинов еще дофига, но рано или поздно они у нас тут закончатся.
Это нам повезло. Надо было гномов, кстати, замедлять. Так, гоблинов объявили неделю. Так, раздаю. Раздаю. Так, вы кто? Ну, что-то с гномами не хочется. О, кстати, эльфов. Я возьму эльфов вместо... Наверное, вместо фей. Сейчас посмотрю. Эти летают 288. Так, урон. Нет. Кабаны хуже. Они не летают, короче, хуже фей, поэтому... Так, купим эльфов. Так, давай-ка замедление кидаем. Замедляем. О, втроем завалили и все. Нет проблем. Так, зайдем. О, воскрешение. Вот это уже полезное заклинание. Вот это я понимаю. Так. Ну а теперь время мя идти туда. Здравствуйте, кабаны. Так, замедлим. Так, я готовлю воскрешение. А, даже и воскрешать не надо было. Ну, отлично. Что еще сказать? Так. Мы, кстати, можем их обмануть. Ну, вот так. Так, больше копейщиков наймем. Так. Поговорим. Засаду устроили, понятно. Так, ушли. Ну шо, быстро мы их лупим, так сказать. Так, я сейчас подготовлю воскрешение, потому что тут уже без вариантов. Так. Вот, воскресили, и мы без потерь играем. Все, так, а где эти варвары, кстати? Кстати. А, говорят, у выхода вроде бы как. Да, вот они, варвары. Здоров. Замедляю фей. Не с тем связался здесь варвары. Так, уничтожен этот отряд варваров.
дальше бежим сюда. Так, неделя эльфов. Вот это немного обидно. В том плане то, что не неделя гоблинов, потому что эльфов там еще много в деревьях сидит, а гоблинов нет. Еще один отряд варваров. Ну что это такое? Ну что же это такое? Ладно. Так, я бы не против был пополнить отряд эльфов. Да, мне надо пополнить отряд эльфов и фей. Короче, надо сплавать опять на предыдущую землю, так сказать. Ладно. Потом. Чтобы поменьше воинов потерять в жилищах. Так, замедление. Так. Жаль, что 10 надо целых очков делать. Ну? Так. Ну давай-ка. Вот. Все, раскатали 11 варваров без потерь. Теперь нам надо пополнить войска, чтобы отправиться уже на следующий материк. Да, и надо даже, кстати, с эльфами поквитаться. Так. Так. Теперь мы же... Так, получаем лидерство. Еще парочку лучников. Так, что там у нас? Хорошо. Где много взломы? Сундук, враг. Тут что, тоже кто-то есть? Да уж. Ускоряем. Так, чё оно лагает так? Так, лагануло. Всё. Все раскатали. Раскатали
Раздаем. И еще раздаем. Ну а теперь опять пополняем войска, как всегда. Лучников нанимаем. И нам надо эльфов накопить еще. Чем больше лучников, тем лучше. Эльфы как мясо. То есть не эльфы, а феи. Подставляем, потом воскрешаем. Новая тактика. И она очень классная, которая мне помогает играть без потерь. Так. А ну нам же надо... Но я еще просто не закончил здесь. Ладно, когда закончу это. Когда наберу войска, встретимся. И вот все, я собрал армию. И вот она выглядит вот так вот. Теперь надо отправляться на следующий материк. В Андерию. Так, что там у нас? Никто не живет. Ловушка. Так, ладно. Хоть и немного, но... Эй. А, это типа троллинг. Понятно. Так. Ладно, пойдем исследовать. Нет, пока никуда. О, тут гномы. Так, чё? Эльфы? Давай, я эльфа куплю. Эльфы мне нужны. Замедляем. 110. Так, рубанули гнома. Так, и забираем. Лидерство на 53 увеличило. Мощно, мощно, я скажу. Лидерство мощно нам увеличили. Не будем спорить. Так, вольнули этих людей. Так. Нет, а не на армию я буду сейчас смотреть. А я сейчас буду смотреть на карту. Так, ну эльфы, понятно, они здесь уже... Так, друиды. А что они тут защищают? Защищают стоящие. А, им, ну не палкой же бить. Так, ускоряем фей. Так, воскрешаем. Феек. Все,
Слушай, теперь я беру гастролей. О, призраки. Вы убедили врага сдаться. О, вампиры. Так. Вместо этих. Наймем вампиров, но я как уже я уже нанял, так сказать. Так. Так, воскрешение. Раздаю. Но жалование мне не надо. Так, ускоряем. Ну тут вампиры справятся. Так, давай-ка ты замедлишь. Ну. Так, а теперь лупим. Вот видите, не получается уделать вампира. Короче, они классные, но призраки круче. Их можно размножить и просто всех и все завалить. Они, конечно, уходят после нескольких боев, но если переиграть этот бой, то они от тебя не уйдут никуда. Так, замедляем. Так. По призракам надо стрелять, а не по гномам. Гномы потом. Все. Все. Разобрали. Так. Кольцо маны. Раздаем. Кстати, а сколько у нас вампиров вместе? 5 из 5 пока что. Жаль. Ну ничего. Да, я начну осаду. Так, ускоряем вампиров. Так, воскрешаем. Так. Воскрешаем. Так, теперь нам надо вампира воскресить. Ну. Так, что оно восстанавливается? Перезаряжается долго, да? Ничего себе, так слабо.
Да, конечно, это плохо, что вампиры медленно восстанавливаются. И мана медленно восстанавливается. Так, теперь лучников принялся бить. Так. Медленно, но убиваем. Так, а вы что стоите? Ладно. Ладно, встретимся, когда мы победим. Ну шо, вот мы и победили. Очки маны. Еще плюс 30 к лидерке. Так, шо тут? Берлога троллей. Вампиры, врага. А вампиров хотя бы вернем, а потом поубиваем врагов опять. Я, конечно, не помню, сколько тут карт, но, наверное, тут 4 карты или 5. Так, вот. Вернем вампиров хотя бы. Так. Так, вот сюда идем. Иди. Так. В принципе, врагов уже здесь не было обязательным убивать, но я решил их поперебивать. Ускорение. Вампиры на вампира. Наш вампир еще не теряется, а вот вражеского мы сейчас завалим. О, какой-то прах валяется, прах вампира, все. Мы зачистили подземелье. Ну, а я пока что с вами прощаюсь. До следующего прохождения, до следующей серии прохождения этой замечательной игры. Андерия. Кстати, там враг. Ладно, короче, в следующей серии мы встретимся. Всем пока.